Bullseye. Всем привет, ребята. С вами Димак. Сегодня, наконец-то, долгожданная бета от разработчика Нельсона. Это Antiurnet 2.0. Ну, здесь она просто называется 2. Ее уже окрестили Antiurnet 4.0. Хотя, почему 4, я все-таки так и не понял. Ну, скорее всего, из-за версии. Потому что Antiurnet, обычный Antiurnet, там сейчас версия 3. 3.30 там, ну или еще какие-то там цифры. Я не играл, я сегодня только зашел активировать вот это, Antiurnet 2. Активировать ее надо, кстати, в меню. Ну, как в меню, в инвентаре в своем. Если вы наиграли 2400 часов в игре, господи, и у вас там появится специальная кнопочка, на которую вы нажмете, и у вас в Steam в играх появится Antiurnet 2.0. Вы скачиваете, он немного весит, и можете играть в свое удовольствие. Я не знаю, насколько это бета, и может, она останется навсегда и просто будет потихоньку обновляться, чтобы мы могли немного поиграть, или через какое-то время она все-таки удалится. Я это не знаю. Может, в каких-то сообществах Antiurnet это напишут, но я лично об этом ничего не знаю. Ну что ж, давайте приступим. Нам представлено 3 карты. Сегодня по одной, я не знаю, стоит ли вообще бегать, но тут что-то написано, походу, мой английский is very good, так что я не понимаю, что тут написано, русского здесь нету. Настройки здесь, ну, все можно отредактировать, но, к сожалению, игра не дает нам такой большой производительности, в плане того, что будет ограничение по кадрам. Залочена игра на 30 кадров. То есть не 60, ничего больше не увидите. Но я, кстати, поиграл на эпиках, и ничего, ну, стабильно 30. Ни выше, ни ниже, не лагал, ничего, в принципе. Ну, конечно, 30 такое, но главное не 20 и не 10. Так что мой ПК, так сказать, тянет, но тут еще нет всего такого новенького. Так что давайте я попробую перейти сначала второй и третьей карте, а потом уже к первой. Там я не знаю, что вообще на первой карте делать, но вот вторая и третья более интересные. Так что давайте начнем. Так, сразу появляемся мы мгновенно, кстати. Но она очень маленькая. Так, я только не знаю, как от третьего лица себе это сделать. Единственное, что я не нашел в настройках. Ага. Все меняется. Но здесь я менял сглаживание. Можно попробовать поставить сглаживание вот такое. Применить настройки. Ага. И все. Вообще обалденно. Снег мнется под нами вроде бы. Я видел, что он мялся. Где-то в таких больших кусках он мялся. Ага, фигу. Фигу с маслом, не мнется. Так. Не, не мнется. Где-то мялся то ли там, то ли здесь. Так, тут вот такие вот ящики находятся. В них находится М-ка. И, естественно, патроны к ней. Я забираю ее. И давайте поставлю в слот. Где-то... Ой, все, привычка на Escape нажимать, чтобы закрыть инвентарь. Так, ну здесь везде в таких ящиках лежат М-ка. Везде лежит эта М-ка. Так что... Можно ее, кстати, посмотреть. Да что ты... Так, а инвентарь на таб. Помнил. Так. Можно ее посмотреть. Но только я что-то не понял, как крутить. Я не понял, как крутить, потому что она не крутится. Может, надо что-то зажать? Нет. Ну, она, кстати, ее можно всю разобрать. Вообще всю. Просто все это выкинуть. Я не знаю, что от нее останется. Прицел. И магазин. Так, а прицел что, не лезет? Просто выкинуть можно? Дроп. Ага. Ну и магазин. Дроп. Все, М-ка пустая, но я посмотреть не могу. Может, что-то на что-то надо нажать? Но я так не разобрался. Можно это закрыть? И вот так вот выглядит наша М-ка. В полном разборе. Прикольно очень. Прикольно. Так, давайте это выкинем. Это сейчас нам не нужна. Дроп. Давайте побегаем, постреляем. Ну прикольно же, да?
Так, я только 200 не играл в Antunat. Не помню, как на одиночные переключаться. Ну ладно. Так, ну тут во всех ящиках. Патроны и все остальное. Что ты? Бегать быстро я не могу. Да. К сожалению. Но тут еще есть закрытые двери, но в них я тоже зайти не могу. Надо либо ключ, либо еще что-то. Можно было бы, кстати, взять магазин и попробовать все патроны вставить в магазин. Кстати, давайте попробуем это сделать. Так. Это здесь я все это скидывал, да, вот. Тап, вот магазин. Оп. Оп. Сколько влезет-то? Ага, тридцатка. Магазин, значит, оставляем. Так, вот двери, они закрыты, то есть лок. Можно зажать F и посмотреть, что здесь есть. Missing item и open lock. Lock it. То есть, ну, я не могу открыть. Персонаж делает анимацию, типа он пытается открыть дверь. Прикольно, прикольно. Так. Ой-ой. Я не патрон трачу. Так, давайте еще патронов насоберем. Ну, я не знаю просто, что здесь делать. Ну, дали нам немного потестировать все это дело. Так. А, в инвентаре места нет. Ага, если нет места в инвентаре, значит, стоямку нельзя перенести. Давайте ее разрядим. Так вот сделаем. Закроем. Выкинем. Выкинем. А, понятно, он так не выкидывает. Дроп. А два магазина нельзя объединить? Нет, нельзя. Отсюда... А, можно вытащить 15 патронов. О, 14. Можно добавить. А, он не все... А, он по 5 вытаскивает. Понял. И здесь 5. А, ну да, 14. Так, и заряжаем. Вот. Так. Ну, прикольно. Прикольно. Так, посмотрим, что здесь внизу. Прыжки. Ха. Может, здесь что-то еще есть? Нет, ничего больше нету. Ну, прикольно сделал. Мне нравится. Мне очень нравится. Блин, ничего открыть не могу. А, ну, больше ничего нет. Ни крафтинга, ничего. Ой. Это, кстати, вроде все апгрейды, да? А, нет, еще можно что-то поставить. Скорее всего, лазер какой-то. Либо фонарик. Можно еще прицел поставить или что? Сюда, видимо, ставятся другие прицелы. А ГОК там какой-нибудь или еще что-то. Так. Можно, кстати, вытащить 4 патрона из нее или просто рожок вытащить. Магазин, точнее. Прикольно. Ну, прикольно. Мне очень нравится. Но пока это все бета. Косяков здесь тоже может быть немало. О, смотрите, код. Ля. Давай. Давай на дурака. 1, 2, 3, 4. Е! Открылся! Лол. Это одежда и ключи от дверей. Прикольно. Так. Пошлите попробуем открыть какие-нибудь двери. Так. Вот сюда наверх. Здесь комната какая-то есть. Еще один кейс. Сейф, точнее. Так. Что-то Нельсон нам тут оставил. Ну, скорее всего, здесь код один. 1, 2, 3, 4. Ну, прикольно с кодом. Это очень круто. Так. Ну, мне одежда не нужна. А вот это вот я возьму. А что с одеждой, кстати, можно сделать? Давайте возьмем. Ага, ну так не поместится. Так, тогда закроем. Что я могу с одеждой сделать? Одеть ее, осмотреть. Но она не осматривается, я не могу ее двигать. И что находится у нее в слотах? В карманах, так сказать. Ничего не меняется. Так, ну ладно. А, F. Unlock. Open. Так. Подземелье. А это что такое? Что-то еще.
О, это рюкзак. А, блин, я вертеть персонажем не могу. Так, можно? О, ну да, рюкзак. Прикольно. Так, пойдем дальше. Так, все время C нажимаю. Unlock. Оп. Оп. Забираем. А эта дверь откроется? Да. Ключи ко всем дверям подходят. Еще здесь рюкзак. Окей. Так, а здесь уже комнат побольше. А бочки взрываются? Не, дофига. Не. И фиг с ними. Так. Ага, я вышел. Хорошо, так. Так, а где я тут очутился? А, в другом вообще здании. Ну, прикольно. А, это я там это лутал. Ну, вот, в общем-то, все, что здесь есть на этой карте, все это можно посмотреть, а что здесь? Я не открыл. Это оружие, но... О! Ящики. Ящики с боеприпасами. Ну-ка, здесь калибр пишется 7.62-51. Здесь 7.62-51, а сюда какой? 5.45. Опа. Скорее всего, на этой карте еще есть какой-то ствол. Или вот он лежит в соседнем ящике? Нет. Это под 5.56-45. На них же написано еще даже. Прикольно. Так. Так, посмотрим. А как активировать их? Так, что с ними можно сделать? С них можно вытащить 130 патронов. А, ну, я заколебаюсь так делать. А можно как-то? О, разом можно. Отлично. А, они сразу в магазин, так сказать, вставляются. Это дроп. Дроп, это мне больше не надо. Так, ой. И... А куда они делись? 100, 125 штук было, в смысле, а куда они делись? Странно. Но здесь есть патроны под 7.62-51. Они для эмки, наверное, не подходят. А можно, может, попробуем вставить? Так. Ой. Так вот. Все сразу, нет? Чем мне вручную все это делать? Так, а вот эти? Ага, они сюда не вставляются. Ну, ладно. Мне кажется, все-таки здесь какой-то другой ствол есть. Мне кажется, здесь АК какой-нибудь лежит где-нибудь. 7.62. Правда. 7.62-51. Ну, ладно. А, все. А, фу. Просто у меня... Я уже сегодня зашел, и у меня этот инвентарь не закрывался. Ну, ХП у нас нету. Видимо, у нас здесь, так сказать, год мод включен. Но если побегать, поискать, скорее всего, где-нибудь будет лежать ящик в этом здании или еще где-то. А, вот, снег мнется. Ну, не так, конечно, хорошо, но все же это бета. И... Ну, это прикольно. Я только не знаю, как третье лицо включить. Единственная пока проблема, чтобы я посмотрел на все это нормально. Ну... А за карту могу пойти? Залочено. Так, ну, пошлите на другую карту. Ага, это тестовая карта. Где можно было все посмотреть. Пострелять там на дальние дистанции. Сейфы прикольные. Локет. Он просто закрытый. Я не могу его даже полутать. А этот открытый. Ага. Ну, скорее всего, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Есть. Снайперка. Блин. А вот, наверх вертеть ее можно. Так. А это что? Так. Мы все возьмем в любом случае. Блин, не умещается. Слот взяли. В инвентаре с винтовки нет.
Ну, наш персонаж все время так спавнится, поэтому то, что у него руки в разные стороны, это не особо. Так, руки в стороны. Где моя винтовка? Ой, а чё? Мама, ты что, дурак, что ли? Чего, блин? Ага, если ты стреляешь... Она не выстрелит после первого выстрела. То есть надо обязательно либо R нажимать, либо еще раз выстрел, чтобы он затвор назад, гильзу выкинул, так сказать. И все. Так, где-то. Надо мишень двигать. Так. Давай подвинем на 500 прям. Ехать вы там встали, конечно. Вот на 500. Я зумить не могу. Да, жалко. Тяжело так будет. О, попал. Ха! Прикольно. Круто. А давай на 600. В прицеле марки 600 нету? А, вот вы. Так. А, все 500 максималка, что ли? Понял. Так, ну тут еще прицелы. А, это что? Че это такое? Че это? Баллистика здесь, а? Прицель он никак не хочет. А что, не стреляем? Патроны закончились, да? Да, закончились. Что-то снайперка поломана как-то. Так. Придется вручную менять магазин. Оп! Ха! Тупо наверх выкинул и все. А че? А это к чему патрон-то? 5.45. А здесь? 7.62.51. Ха-ха. А на кой лет не то? А, мне ключ дали, стоп. Ну, я так и не понял, что это за фигня. Может, кто-то уже прошаренный, уже все посмотрел. Так. Снайперка, иди нафиг. Локет. Ну, блин, здесь мои патроны. Как мне открыть? Найс. Так. Так. А это что такое? Это неймбирка? А, это как в майне. Кто играл? О, ключ от тачки. И патроны 7.62. Так, давайте зарядим еще разочек снайперку. На машинке покатаемся. Мне очень интересно, как это вообще будет выглядеть. И разобраться бы с этими... С третьим лицом. Чего? Он ее... Он, ха, я понял прикол этой перезарядки. Он ее подкидывает. Типа перезарядил, оп, и вставляет обратно. Прикольно. Прикольно сделано. Так. А здесь же еще что-то есть, да, ведь? О, привет. А ты что лежишь? А, лол. А что, та кривая, что ли, была какая-то? Что? Что за бред? Окей, допустим. Так, Нельсон нам тут пасхалок не оставил никаких. О, боксы можно себе заспавнить. Прикольно. Ого. Чё? А, давай возьмем М-ку. Мать твою. Спасибо. Стоп, а может это... Блин, у меня в инвентаре места нету. Давайте все выгрузим. А, стоп, можно прям так сделать. И вытаскиваем отсюда прицел вообще, да? Давайте так сделаем. Это выкинем. Так, это дроп. И на М-ку поставим прицел. Закрыть. Окей. П-50.
Бля, привычка. Так. Нажимаем Т и меняем прицел. Вот на этот. Не ставится. Да ладно. Сразу. Так, так он не ставится. А где М-ка в руках? Чё? Кого? Такой ерунды я еще не встречал. Не в обиду, ну да, бывает такой, наверное, косяк. Это бы это чё? Я не попал. Вот так как-нибудь. Наш персонаж, конечно, это вообще просто божественно. А это что за шар? Что за шар? What the fuck? Я на шаре встал. Чё? Кого? Ладно, насрать. Забудем то, что мы его тут сейчас видели. Можно выкинуть эту снайперку, не? Блин, я её сломал. Так, открыть машину. Как завести? Q и E — это поворот, Ники. А завести? Да не оружие. Я могу закрыть машину. Вообще. На мышке третье лицо, ура. Боже, как это тупо смотрится. Он два ствола держит. Так, как завести? Так, ручник, может, надо что-то тут дернуть. Кто, по той поворотнике? Ну-ка. Да, работает. Боже, вот сейчас вот... Это интернет вообще будет для РПшников самое лучшее. Так, сейчас я покликаю по всем клавишам, может, он заведется. Что это? Фары. Блин. На джип фары. Ля какая. Ха-ха. Прикольно. Прикольно. Так. Идем дальше. На В английскую или М русскую она заводится. Накликал я себе наконец. Разные звуки. В салоне и... Машина. Опа, на, ударился. Ля. Здесь что-то задеваем. Я так понимаю, состояние тачки мы посмотреть не можем. На. Чё? А, оно не ломается. Ну как, повреждения, наверное, есть, но мы их не видим. Пока что. Может, дальше это будет как-то реализовано. Я хочу ее взорвать, можно? Прям взорвать ее. Все, ГГ. А, не, нормально. Едем. Нитро нет, а нет, вроде нету. Так, гасим ее. Выйти. Анимация выхода есть. Тарки на ней остаются. Ты, блин, три ствола держишь. На. А колесо можно продырявить? Не, колесом до фени. Понятно. Еще не до конца реализовано, может, или где-то... Он что-то делал подобное, вроде, да? Видео какие-то выпускал. Не, машине вообще на все насрать. Ну пока состояние тачки я посмотреть не могу. А багажник открывается? А, ну да, это спортивные какие-то машины. Наверное. В машину могу залезть. Так.
стекло надо бы разбить. Если это возможно. Разбил? Не. Черт. О, 9 патронов. Ну, по-моему, я уже разбил его. Да, она бьется. Бум. Круто. Да, вот он, вот она есть, вот его нет. Ой. Круто. Ну, в общем-то, я надеюсь, что я все потестил. Так, пошли на ту карту, которая мне прям так не очень нравилась. А, что еще? Можно... Сейчас я вот на эту карту зайду. Она менее багованная. Я тут на какую-то кнопку случайно нажал, и у меня создался еще один игрок. То есть можно даже вот сюда как-то зайти. Нет. Я нажал на какую-то кнопку, у меня создался еще один персонаж. Во! На бэкспейс. Так, я управляю все этим. Давайте попробуем сейчас залутать. Возьмем М-ку. Посмотрим все это. Ой, как неудобно. Черт. У меня проблема. Ага. Отлично. Единственная фигня, из этого режима нельзя выйти. Так. Ну сколько вот у меня патронов? 25. Пошлите найдем его. Он где-то... Где он стоит? Где-то тут. Рядом со мной. Ну это типа специально для теста сделано. Да, вот он стоит. Вот это мы. А вот это мы. Так. Давайте на что-нибудь посмотрим. Анимацию там. Пушка хотя бы. Так, поближе подойти. Ага. Ну видно, как он целится. Ну, пока глаз ничего нет, но я думаю, в будущем может не быть. Деньги или жизнь? Чё там обычно на РП говорят там? Чё? Блин. Ладно. Так прикольно. А присаживаться я не могу. Опа, стоять. Деньги и артефакты. Ну-ка. Тело. В ногу. Ага. Ой. Извини. Ого, как лут остается. Ну-ка, полутать, что у тебя было? Ничего. Ну, хрен с тобой. А, смотрите, камера осталась. Ну-ка, если... А, это я респавнюсь. Понятно. Он не респавнится. Я его как-то контролировать даже не могу. Хотя, если попробовать нажать... Так вот, escape... А, я его удалил. Я им управлять вообще никак не могу. Ладно, накосячил сам тут. Это так прикольно выглядит. Ну ладно. Все, я думаю, на этом можно будет заканчивать. А, карта потестить. Блин, я сейчас вторым игроком буду спавниться. Да. Чё? Чё? Чего? Прикольно. Дайте взору. Все равно не... Ой. Я его в живых должен оставить. Ах ты засранец такой. Ну ладно, фиг с тобой. Живи. Да развернись ты. Ну, можно с кем-то поиграть. Я думаю, что это возможно. Сам с собой только можно поиграть. Тебе делать нечего будет. Тут берешь, играешь. Так, чисто пофаниться, если... Ладно. На этом я буду... А меню где? А меню нету. На escape нажимаю, только мышка появляется. А за второго игрока могу поиграть? Нет, только первый бег. Давайте взорвем. Ба-ба! Все. Рестарт.
Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Многие, наверное, будут задавать такой вопрос, весьма неуместный, может быть, уместный. Зачем ты делаешь видео Пантюрнет, когда ты обещал, что ты не будешь делать видео Пантюрнет? Я как бы обещал, что буду делать Пантюрнет, а это Антюрнет 2, так что не надо путать. И Антюрнет 2 я жду, как и ждал Сталкер 2 и еще что-то. Ой. Круто. Ладно, ребят, всего хорошего. Всем удачи. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. В группе ВКонтакте анонсы о начале стрима или выходы видео. Можете там все увидеть. Так что, все. Всем спасибо, ребят. Всем пока. Увидимся в новом видео.